всех сделаем снова. Россия готова. Атлетов и жаждущие зрелищ публики брянский ливень не остудил. На территории дворца единоборств собрались сотни поклонников силового экстрима. Восхищать своими способностями из разных уголков Брянщины прибыли 9 богатырей. Праздник мужества и воли посвятили первой годовщине со дня открытия дворца. Занимаюсь спортом, выступаю на всевозможных соревнованиях, в первую очередь для того, чтобы показать пример своим детям. У меня растут 2 сына, я их тренирую сам. И, то есть, в первую очередь я хочу своим примером все показывать. А здесь, конечно, я настроен на победу, ну а там как получится. Мастера спорта, чемпионы и призеры престижных соревнований. Для каждого 5 испытаний. Сначала 10 раз перевернуть колесо весом 270 килограммов, а на обратном пути пройтись прогулкой фермера с 2-10-5-килограммовыми баллонами. На суперэстафету супермену Владлену Валяеву хватило 45 секунд. Я занимаюсь стронгами профессионально уже 3 года под руководством чемпиона мира по стронгмену Давидом Шамеем. То есть это не первое ваше соревнование? Нет, определенно нет. Двукратный чемпион России по стронгмену среди любителей весовой категории 80 килограмм. Металлическое бревно поднять, валун взгромоздить на искусственную гору, легковушку взвесить, внедорожник с водителем протащить на дистанции в 30 метров. И все это под гром аплодисментов и одобрительные крики публики. Если бы не нравился, я бы здесь не сидел. Однозначно. Все великолепно, здорово. Спорт – это тоже культура. Культура и спорт – это они связаны между собой. И я очень рад, что такие мероприятия в Брянске регулярно проходят. Вот и девочки-артистки поют, поэтому я тоже как бы на своем месте. Это потрясающий праздник. Мы пришли поддержать ребят, которые занимаются в зале «Русские медведи», и вообще посмотреть на сильнейших мужчин нашей Брянщины. Очень интересно сами соревнования. Я раньше тоже занимался силовыми медведями. И это отличный пример для ребенка, я считаю. Он должен видеть, вот это, а не то, что творится на улице. Он должен видеть спорт, как это хорошо, как это заряжает. Самым сильным человеком Брянщины 2023 в итоге стал Евгений Дмитриев. Его же признали лучшим тягачом фестиваля. В топ-3 богатырей также вошли Владлен Валяев и Юрий Соловьев. Светлана Дробкова, Павел Подобаев, Брянск.